По 4 концерта в день за сдельный гонорар. Двойники популярных звезд в преддверии Нового года востребованы больше, чем сами знаменитые артисты. В Петербурге особой популярностью пользуются пародии на исполнителей из 90-х: Лайму Вайкуле, Патрисию Каас, Верку Сердючку и других. Мы сравнили цены выступлений артистов и их двойников и разобрались в феномене популярности мастеров перевоплощений. А давайте, люди, действительно так его полюбим и взаимностью отметим Новый год, Новый год, Новый год. И ёлки, по городу мчатся счастье. По легенде, образ называется Вирка Серденька, непризнанная дочь одной звезды. То есть, грубо говоря, дочка. Я с гримом, в принципе, не заморачиваюсь. Я считаю, что глаза – это одно из самых главных у артистов. Пародист, певец, актер. Сделать как оригинал или лучше оригинала не получится в любом случае. Привычка, когда красишь глаза, почему-то рот перестает говорить. Наверное, замечали у девушек такую штуку. Сейчас, в лицо родилась елочка. Подожди, сейчас одену эту штуку на себя. Да я упаду. О, я упала самосвала. Всем, о. Говорится, артистка готова. Сейчас подойти к зеркалу, посмотреть, для чего ли там не уехала. И можно идти, как говорится, петь. О! И будет Новый год. Честно, сейчас завал. Сейчас завал, а сегодня у меня 3 мероприятия в день. Предновогодний ажиотаж начинается, ну, вообще, обычно разбирают за месяц. За месяц разбирают, а хороший персонаж. Его люди очень любят. Выходи, отдайся людям. Они отдадутся тебе, и все будут счастливы. Хороводы, песни и все прочее. Меня как-то спросили, зритель хочет, чтобы его обманывали? Я задумался и понял, что хочет. И, конечно, я понимаю, что не каждый заказчик может пригласить к себе настоящую звезду. В основном у меня звезды 90-х. Почему? Потому что, ну, я считаю, что на сегодняшний день пародировать стало уже мало кого можно. Есть образы, которые очень ювелирны. Их штрихи очень непросто передать и во внешности, и в поведении на сцене. Шура, конечно же, более благодарный для меня персонаж, если его так оживить. Он всегда, во-первых, проходит на ура. Это всегда позитив, это фейерверк. Иногда бывает 4 заказа в день, 8 заказов. В стране, как известно, кризис, и заламывать ценники нет смысла. Мы, артисты, хотим выступать, а зрители хотят, тем более в предновогодние дни, отдыхать и веселиться. Мне один пародист, с которым мы работали в новогоднюю ночь, сказал: «А почему ты не делаешь Монро?» Я говорю: «Да не знаю, как-то, да мне как-то страшно». «А почему тебе страшно? Где Варум, там и Монро. Ты посмотри, они же обе кошечки». У меня, конечно, ее знаменитое платье. Вот такое платье, которое все знают, уже ни с чем не спутаешь. А, конечно же, парик надо красиво. У нее же еще пробор направо. Многие пародисты делают как попало, а вот это очень важно. Обязательно вот эту мушку с левой стороны. Люди любят пародийные номера. И тем более, когда ты с ними еще общаешься в этом процессе,